Привет, и мы с Кариной. Привет. Приветствую вас в этом видео. Мы едем на Video People. Пока что мы не дошли до фестиваля. Мы спрятались под козырьком музея космонавтики и ждем Катю Вик. Прячемся от дождя и даже, кошмар. Если честно, не понимаем, как мы пойдем туда. Привет! Да, мы нашли Катю, и слава богу, дождик вроде как закончился. Удивительно, что оказывается здесь он вообще не шел. Так что мы, испугавшись, что мы тут же замерзнем и промокнем, сейчас идем спокойные и довольные и ищем нужный нам 78-й павильон. А у нас раз не 75-й? 75-й. Кажется, мы нашли, где же Video People и где же 75-й павильон. Катюша, у нас сейчас придется стоять. Я думаю, что это фанаты. Я думаю, что это наши фанаты. Да. Да-да-да. А нет, мы будем стоять в очереди. Карина увидела кнопки вдали и... Да-да-да-да, мы пошли отдирать свою кнопку. Слушай, это все свежеиспеченные, как икринки. Лекция на фестивале Video People — это, пожалуй, единственное место, где не только можно, но и советуется снимать влоги во время лекции. Что они там, в Фризоне? Мы нашли Дашу! Да. А по Карине Негай все сегодня ходят. Да, потому что все на меня наступают. Вообще, такая маленькая, незаметная, в очень длинном белом платье. Я же должна снять, что мы едим. Что мы едим? И тут фотик, короче. Фотик, зонтик. Я одна без камеры. Блогеры. Такие блогеры. Горизонт для новых знакомств. Например, вот тот парень у нас за спиной, да? Возможность коллаборации. Вы никто не знаете, может быть, у него миллион подписчиков. Да, а мы его подписчиков. Давайте, надо перелезть через забор и обойти Москву за 5 минут. Ну и, конечно, место встречи изменить нельзя. Мы вас ходили, искали, мы знали, что вы все высокие, мы увидим макушки. Но макушек нигде не было видно. Мне вот-вот пора бежать, я таки встретила девчонок. И сейчас мы пойдем в какую-нибудь пресс-воллу и сфотографируемся все вместе на память. Такие безумно красивые в жизни, еще более красивые, чем на экранах. И сейчас я вам это докажу и покажу. Хотя вам это все равно будет на экране, но они невероятны. Жень, ты в чем сегодня? Я сегодня вот в таком наряде. Это Алексей Джен, да, у нас в Казахстане есть такой дизайнер. Очень красивый. Да, Даша, пойдем. В общем, все, теперь видите, хорошие Привет, Video People! Все, на этой радостной ноте я спешу отсюда передислоцироваться в аэропорт. Мчу на самолет, хотя я уже задержалась на полчаса, потому что девочек встретила в туалете. Я с вами прощаюсь и хочу пожелать вам отличного настроения. Надеюсь, вам понравилось это влоговое видео. Мне оно будет дорого моей памяти. До новых встреч. Пока!